Далее говорим в эфире о депортации, о преступлениях россиян против гражданских, против обычного населения. Гость нашей программы далее Николай Игнатовский, вице-президент Украинской ассоциации международного права. Здравствуйте, Николай, спасибо, что вы сегодня присоединились к нашему эфиру. Здравствуйте. Информация, которую бы хотела с вами обсудить, показать это видео тоже, на котором российские оккупанты насильно вывозят испуганных пациентов из больницы в Мариуполе. В больницу пришли вооруженные военные и приказали людям садиться в автобусы. Усталые и напуганные люди были вынуждены согласиться. Что будет дальше с людьми на этом видео, неизвестно. И в горсовете считают, что люди могут находиться на территории самопровозглашенной ДНР или на территории России. Как вы считаете, Николай, вообще можно ли в данный момент какие-то понимать цифры, сколько россиян Россия вывезла, депортировала из ОРДЛО населения, какие это цифры, что с этими людьми будет дальше происходить? Говорить о цифрах в условиях, когда идут активные военные действия, необычайно сложно. Понятно, что речь идет о тысячах людей. И понятно, что ситуации, в которых осуществляется их депортация, в общем, существенно отличаются, потому что в каких-то моментах возможно единственным способом уберечь этих людей от опасности, собственно, активных боевых действий является их эвакуация. В каких-то моментах речь идет именно о депортации, не вызванной военной необходимостью. В любом случае, международное гуманитарное право требует от сторон вооруженного конфликта так воевать, чтобы никоим образом не страдало гражданское население. То есть нет такого правила, что, знаете, мы выбросим все гражданское население и там повоюем. Да, и это нормально, и это гуманно. Это не так. Они не должны вести активные боевые действия там, где сосредоточены гражданские, там, где гражданские люди живут или вот находятся в больнице, как в сюжете, который вы только что показали. В любом случае, если эвакуация и проводится, то она, во-первых, должна проводиться исключительно в пределах территории Украины, в пределах международно признанных границ Украины, пусть даже эта территория временно оккупирована Российской Федерацией, и люди должны возвращаться в места своего постоянного проживания, как только императивная военная необходимость исчезает. Те практики, которые мы наблюдаем сегодня, и это мнение множества международных наблюдателей и абсолютно нейтральных экспертов в сфере международного гуманитарного права, говорит о том, что речь идет о депортациях как военном преступлении, о депортациях, возможно, как и преступлениях против человечности, когда украинские гражданские лица перемещаются куда-то глубоко на территорию Российской Федерации без каких-либо перспектив для возвращения домой. Какой вид военного преступления, как депортация, как оно может быть наказано и какие реально шансы в судах доказать это? Депортация – это серьезное военное преступление. Все военные преступления – это серьезные нарушения международного гуманитарного права. Депортация доказывается относительно легче в том смысле, что вот есть люди, которых вывезли, да, и которых вывезли в нарушение требований международного гуманитарного права, связанных с тем, о чем я говорил, с наличием императивной военной необходимости и с как можно скорым возвращением их домой, а также размещение их в надлежащих условиях, максимально с обеспечением всего необходимого для них в пределах территории Украины, насколько это в принципе возможно. А это, безусловно, возможно. Ведь никто не мешал также предоставить этим людям возможность перейти на территорию Украины, которая контролируется украинскими вооруженными силами. Наказания за военные преступления, в частности такие, как депортация, предусматриваются очень серьезные. Это продолжительное тюремное заключение, как правило, вплоть до пожизненного. В таком случае кого должны наказывать? Тех, кто в первую очередь отдал приказ провести такую депортацию. То есть основную вид ответственности в международном уголовном праве, праве военных преступлений несут начальники. Несут те, кто, собственно, это все задумал. Ну, понятно, не водителя же автобуса, который их вез куда-нибудь в условный Ростов, надо привлекать к ответственности, если он больше ничего не совершил. Речь идет именно о командовании. И эти люди известны, эти люди четко идентифицируемы. И с этим, в принципе, большой проблемы нет. Проблема в том, что они
скорее всего, будут находиться на территории Российской Федерации. Легко предположить, что без существенных изменений в нынешнем политическом режиме в Российской Федерации она не настроена сотрудничать с органами международного уголовного правосудия, тем более с органами украинского правосудия, и поэтому такая ответственность может занимать, механизм ее реализации может занимать довольно много времени. Вместе с тем, военные преступления не имеют сроков давности, точно так же, как и депортация, как военное преступление или как преступление против человечности срока давности не имеет. Сейчас, возможно, какая-то есть процедура, какие-то советы, какое-то, не знаю, какие действия должны предпринимать люди, которых депортируют, потому что у части населения просто забирают, например, телефоны. Что им делать, как вести себя? Ну, совет тут должен в первую очередь исходить из того, как этим людям сохранить свою жизнь и свое здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких, которые с ними. Поэтому им, их задача на самом деле выжить. Да? А те факты, которые произошли с депортацией, они, безусловно, фиксируются правоохранительными органами Украины, в частности, Офисом Генерального прокурора Украины, фиксируются правозащитниками, международными организациями, Офисом прокурора Международного уголовного суда, и эта работа будет сделана. Задача для людей, на самом деле, выжить. Им необычайно тяжело, и они попадают в страну, в которой на сегодня, к сожалению, вынужден констатировать, ситуация с правами человека для тех, кто там находится, стала катастрофической, по сути. И поэтому им необходимо выжить и вернуться в Украину, как только такая возможность представится. Спасибо, Николай, за ваше разъяснение. Зрителям напомню, это был Николай Игнатовский, вице-президент Украинской ассоциации международного права. Говоря о депортации, сейчас вот какие цифры имеем. Почти 500 000 украинцев оккупанты насильно вывезли в Россию. Цифра-то 500 000 украинцев. Людей обманывают и отбирают документы, чтобы они потом долго не могли выехать из страны агрессора. Такая принудительная депортация сейчас полным ходом идет и в Мариуполе. Чем она грозит и как защитить права украинского населения, далее в нашем материале. В холоде и голоде, без лекарств и под огнем несколько десятков тысяч жителей Мариуполя ожидают эвакуации. Точное их количество неизвестно. Цифры называют разные – от 100 до 130 тысяч. Выехать из города практически невозможно. Оккупанты убивают людей прямо на улицах и фотографируются на фоне тел. Пытаясь скрыть масштабы преступлений, свозят тела мариупольцев, чтобы сжечь в крематориях или закопать в братских могилах. А еще массово депортируют оставшееся население. Сначала полномасштабного вторжения они уже насильно вывезли в Россию более 30 тысяч жителей города. По данным местной власти, сначала их отправляют в фильтрационные лагеря в Новоазовске. Люди ждут неделями на фильтрацию. Жестко идет фильтрация, снимают отпечатки, всю биометрику снимают с людей, заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к фильтрации муниципальных работников или тех людей, которые так или иначе были связаны с госорганами. После этого их везут в отдаленные депрессивные города России, такие как Астрахань, Таганрог или Тамбов. По данным правозащитных организаций, у депортированных украинцев принудительно забирают документы. По нашей информации, людей просто обманывают и говорят, что вы не можете легально находиться на территории Российской Федерации, если вы не обратитесь за статусом. Статус – это убежище или беженство. Это два разных статуса. Они предполагают сдачу национального паспорта. Ты вместо него получаешь справку с фотографией. По таким справкам люди обязаны находиться в том регионе, где их выдали. Несколько лет они не могут никуда выезжать. Такие перемещения жителей без права выбора – военные преступления и прямые нарушения норм гуманитарного права, а также Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. И совершает их с политической целью, чтобы показать на пропагандистских каналах, будто украинцы сами бегут в Россию и им якобы оказывают всяческую помощь. Хотя на самом деле люди лишены даже возможности связаться с близкими. Нам необходимо при участии Международного Красного Креста создавать уже гуманитарные коридоры по перевозке из Российской Федерации на территорию Украины именно этих принудительно депортированных людей.
Правозащитники советуют всем, кого насильно вывозят из украинских городов, прятать документы, чтобы в дальнейшем была возможность выехать из России. Также желательно иметь номера телефонов консульств Украины в соседних странах. Туда можно обратиться за помощью. Родственникам важно, если они знают про то, что их родные оказываются в такой сложной ситуации. Во-первых, им нужно позвонить. Есть горячая линия правительственная, Национального информационного бюро, 1648. Они принимают информацию от родственников, которые ищут своих родных, в том числе, которые депортированы на территорию Российской Федерации. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, всего за время полномасштабного наступления в Россию из украинских городов принудительно вывезли около 400 тысяч украинцев. Наталья Волошина, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.